Ты уже достал записи? Адам, прошу тебя. Ты просто обязан их вернуть. Запись у меня. С тебя причитается, Тим. Да уж, это точно, Дженсен. Это же... Это, считай, моя жизнь ко мне вернулась. Вот. Оружейная модификация, как я и обещал. Слушай, я знаю, что у вас была благая цель. Я все понимаю. Но такие вопросы нужно решать должным образом. В следующий раз тебе может не повезти. Да, ты прав, Адам. Я знаю, что ты прав. Слушай, спасибо тебе еще раз. Идите по своим делам. Приветствую. Вы, видимо, Адам Дженсен. Меткое наблюдение. Поймите меня правильно, но вас крайне сложно не заметить. Будем считать это комплиментом. Она сказала, что у тебя может быть информация о деле Меган Рид и об атаке на штаб-квартиру шерифа. Боже мой, что за бардак? Просто черт знает что. У нас были указания от трех разных ведомств. Федералы на хвосте. Нас прессовали со всех сторон. В общем, настоящая мясорубка. Это очень важное дело, да. Миссис Рид сказала, что, на твой взгляд, были нарушены какие-то процедуры. Вы верно поняли. То есть вы сами знаете, как это бывает. Миссис Рид говорит, вы раньше были копом. Нередко случается, что лентяи и полицейские облегчают себе жизнь. Но тут... Тут было по-другому. В смысле по-другому? Слишком многое упустили из виду. Люди спешили с выводами, и каждый раз, когда я пытался настаивать, начальство на меня давило. Они хотели разделаться с этим по-быстрому. Это всегда плохой признак. Ты можешь выражаться конкретнее? Ну да, потому-то вы и понадобились. Есть пара зацепок, с которыми я так и не разобрался. Начал было копать, но от этих правительственных агентов мне как-то не по себе. Я испугался. За несколько месяцев до увольнения мне не хотелось облажаться, но вы... У вас наверняка есть возможность докопаться до истины. Давай, выкладывай. Во-первых, говорят, что приказ прекратить расследование был спущен с самой верхушки. Может, даже не из местного ведомства. Подобные вещи должны происходить через капитана Пэна. И какие-то следы могли остаться у него в компьютере. Похоже, придется заглянуть в участок. Да, да. Так, что еще? К этому делу был представлен офицер Чет Вагнер. Он у нас, знаете, на мальчика-хариста не тянет.
Так что, когда дело отдали ему, я сразу заподозрил неладное. Кто-то его привел, и с уликами быстренько разобрались по-свойски. Советую поговорить с ним, узнать, что ему известно. Отлично. Схожу поболтать с офицером Вагнером. Скорее всего, вы найдете его в приемной, его понизили в звании за нарушение дисциплины. И сейчас он снимает показания. Его не просто расшевелить, но этого парня всегда есть за что цеплять. Его кабинет на третьем этаже. Там наверняка найдется что-нибудь, чтобы развязать ему язык. Что-нибудь еще ценное? Да. Когда поступил приказ закрыть дело, все, что мы накопали, ушло в хранилище. Возможно, там вы найдете что-нибудь интересное. В переулке сразу за участком. Код 40-48-91. Но доступ туда есть не только у нас. Так что смотрите осторожнее. Спасибо за помощь. Ха, да не за что. И еще, когда будут новости, не стоит приходить с ними ко мне. Вы поймите меня правильно, я всегда рад помочь, но меньше знаешь, крепче спишь. Ты сказал, что еще у кого-то есть доступ к хранилищу? Это как? Ну, я видел... То есть, я слышал, что агенты правительства могли припрятать и более важные улики в сейфе, который стоит в хранилище. Да ладно тебе, Чейз. Ты что-то не договариваешь. Зараза. Ладно, слушайте. Я уже совался в хранилище и нашел код от сейфа. Но меня застукал один из местных парней. Он знает, что я знаю, Дженсен. Если я дам вам код, они поймут, что я проболтался. Считайте меня пессимистом, но меня такой расклад не радует. Зачем тебе было уходить из полиции, а потом идти в охранники? Ну, в смысле, мне кажется, что тебе нравится такая работа. Мне нравилась идея быть копом. С самого детства я мечтал служить в полиции. Но с меня хватит. Я совсем не так это представлял. Это работа. Кто-то работает хорошо, а остальным наплевать. Оно и видно. Это дело, дело шерифа, оно стало для меня последней каплей. А ты-то как в это вляпался? Я не стремился туда, если вы об этом. Честно говоря, я вообще не хотел в этом участвовать. Почему нет? Я был честным копом, Дженсен. Я старался вести себя согласно законам, инструкциям и тому, что казалось мне правильным. Не совсем то, что требовалось для этого дела. Это все, что мне пока нужно. К слову, поддерживаю митинги. Эти товарищи из про...
мистер Дженсен. Дэвид Шариф говорил, что вы зайдете. Я как раз просматривала результаты ваших анализов, полученные на прошлой неделе. Мне закатать рукава? Как ни странно, нет. Я не вижу никаких признаков разрастания глиальной ткани. Прошло полгода, док. Разве не надо делать инъекции нейропозина? Простое решение. Но, судя по результатам анализов, нет никаких признаков отторжения имплантов. Связь ткани и электродов, кажется, становится прочнее, и все. Значит, можно идти? Ну, мистер Шариф просил обсудить с вами один вопрос. Вы знаете, что во время первой операции были приняты некоторые меры предосторожности? Не все импланты были включены, точно. Нам пришлось принять во внимание состояние гематомы. Мозгу требовалось время на восстановление, чтобы привыкнуть к механическим нейропроцессорам и со временем самостоятельно включить их. К делу, док. Чего хочешь, Шариф? Он считает, что вы готовы к ускорению процесса активации при помощи программного пакета Praxis. То есть мне больше не придется ждать, пока модификации активируются сами? Если хотите, можете подождать. Но мистер Шариф пожертвовал протез крупную сумму от вашего имени. Это гарантия того, что доступ к программам, связанным с вашими нейропротезами, будет у вас и только у вас. Пожалуйста, взгляните. Доктор Леблан, код синий. Доктор Леблан, код синий. Доктор Тиздейл, рентген-кабинет. Доктор Тиздейл, рентген-кабинет. Доктор Чечери, кабинет 217. Доктор Чечери. Как хотите. Берегите себя. Доктор Шипковский, в операционную. Доктор Шипковский, в операционную. Вы передумали?
Доктор Леблан, код синий. Доктор Леблан, код синий. Очень хорошо, мистер Дженсен. На здоровье. Доктор Тисдейл, в рентген-кабинет. Митинги не противозаконны. Я это знаю, офицер. Адам, ты все сделал в клинике? Все, что можно было. Отлично. Теперь я хочу, чтобы ты узнал, чей это труп. Отправляйся в полицейский участок и добудь его нейронный узел. И, Адам, если тебе не удастся уболтать их, выбери стратегическое отступление. В здании должен быть еще один вход.
Люди говорят, что модификации — это прогресс. Взгляните на меня. Шел немного в прогресс. Слыхали, что заявила эта девка из Пика? Возрождение Детройта в немалой мере благодаря Шериф Индастрис.